В универсальном спорткомплексе Подмосковья прошло первенство городского округа Щелково по всестилевому карате. Участвовали спортсмены разных возрастов от 8 до 17 лет. На татами вышли представители 10 клубных объединений из нашего округа, а также гости из Москвы и из соседних муниципалитетов Московской области. Общее количество участников – более 400 человек. В этом году турнир собрал больше людей, чем в прошлом году, и показывает свой рост. Федерация развивается, в том числе развиваются и местные федерации муниципального уровня, городского уровня, областного уровня. Это помогает ребятам обкатываться, отбираться в сборные, далее отбираться в региональные сборные и выступать на турнирах высокого уровня. Сначала на суд жюри были представлены не поединки, а одиночные выступления, в ходе которых спортсмены демонстрировали навыки владения боевым искусством. Оценивается достаточно много характеристик, как сама техника выполнения, правильность техники, баланс, подготовка физическая, да, координация, да, то есть насколько они устойчивы в выполнении техники. Ну и, соответственно, один из важных критериев – это настрой. Восьмиклассница из Щелковской 16-й школы Алене Нифаке уже приходилось побеждать в первенствах городского округа по карате. Здесь я побеждала в соревновании по ката. Первое место. А первый раз, когда соревновалась, то третье. Даниэль Ашрифеддинов занимается карате 7 лет. Он уже получил коричневый пояс. Есть уже 50 медалей, ну плюс-минус. Я благодаря карате ездил в Артек в лагерь. Ездил в лагеря со своей командой. На первенстве было подведение итогов не только в личном зачете, но и в командном. Лучших результатов добились клубы карате и Щелково, сильные духом, стимул и Федерация спортивных единоборств. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.